Доброе утро всем на Арктик Парк, кто нас смотрит. У нас какой день уже, не видать солнышко полноценно, сильный ветер за окном. И от этого не так много снимаем информации, потому что практически не выходим на улицу. Какая-то апатия появилась, тоже, видимо, зависит все от погоды. В общем, вот такие вот дела. Сегодня постараюсь поснимать немножко для вас наших питомцев. Посмотрим, что из этого выйдет. Сейчас вам покажу будни этого грязнульки. Вот как так можно за ночь ухайдокать свою клетку? Вот как? На пол все летит на пол. Спит, как ни в чем не бывало. Сейчас возьмем его. Комочек маленький. Привет, комочек. Грязнулька, ты чего такой грязный, а? Самозюрка маленький. Так, посиди пока тут. Я тебе порядок наведу. У него сегодня сырная нарезка с сердечками. Сейчас поставим и запустим его. Так, он уже не спит. Я его побаиваюсь брать на руки. Надеюсь, он меня не укусит. Пойдем в клеточку, пойдем в другую, другую клеточку, другую. Так, я тебя боюсь. Ты когда спишь, ты прелестный малыш. Такой смешной. Ты такой смешной. Хочет выбраться и убежать. Я сейчас, наверное, сделаю по-другому, подставлю эту клетку к той, и пусть так переходит к ней. Подвижный. Ты такой подвижный. Идем. Интересно, он чувствует, что я его боюсь. Так, кушай. Иди кушай. Смотрите, как он любит сыр. Приятного аппетита. Рядночка, тут у нас играет детский сад. Высадила своих игрушечек и рассказывает им про мыльные пузыри. Thank you.
он лег и лежит. Панически боится вообще. Смотрите, как малышня окружила братиша. Братиш уже, наверное, устал с ним нянькаться. Малыш, карандаши. Лежит себе. Только порыкивает на них. Все пишут, что братиша исхудал. Нет, он не исхудал, он просто облез. Орешка нам поцелуйчики отправляет. Бежит на защиту своей невесты. Тебе что, Акела, не нравится? Не устраивает. Это почесать хочешь. Какой красивый. Фурия не подпускает. Фурия. Достать. Я хочу фурию поснимать.
уши вот заливает. Иди сюда. Кури. Красавица. Он, посмотрите, что он делает. Вот как с таким можно жить дома? Нельзя. Ему так место на улице, в своем вольере. Я про тебя говорю, да? Ты зачем так делаешь? Черничка уже встречает своего любимого хозяина. Смотрите, она уже знает, откуда он будет заходить. Блин, надо полярника вытаскивать. Черничка всех поцеловала. Светлый. Он, я вижу, он выглядывает. Иди сюда. Светлый. Интересно, тут фотосессию такую можно крутую сделать. Да, только надо, чтобы она успокоилась и потом фоткаться же, да? Ой, я тянулась к Светлому, а тут черничка вылезла. Черничка, давай говори, чтобы твой друг выходил. Да, зови его. Пусть выходит твой дружок, пирожок.
картуза отъела.